На Пихтуринской свалке в Чебоксарах продолжается рекультивация. Сейчас идет так называемое формирование тела полигона. Ежедневно на полигоне работают 48 единиц различной техники, укатывают склоны. Переработано почти 500 тысяч кубометров отходов. Уложен слой геотекстиля и слой шлакового щебня. Рекультивация проводится в соответствии с федеральным проектом «Чистая страна». Комплекс мероприятий позволит вернуть в хозяйственный оборот более 30 гектаров земель и улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Чебоксарах, Новочебоксарске и ближайших деревнях Чебоксарского района. Работы обещают завершить в 2018 году.